третья сегодня. Frozen решил покинуть российскую команду Gravitas. Интересная клавиатура для представительниц прекрасного пола. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы расскажем, как делать различные фишки на карте The Nuke. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Вам предстоит увидеть игру группового этапа с одной из европейских лиг по Counter-Strike 1.6. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Известная польская организация PGS Poker Strateg в свое время переняла почти весь состав распавшейся 4Kings. Этим шагом они значительно усилили свой Warcraft 3 состав. Следующей командой, на которую PGS положили глаз, стала польская дружина из Betsen Voodoo Gaming. Отныне у PGS будет и состав по дисциплине Warcraft 3 Dota All Stars. Betsen Voodoo Gaming можно было заметить на таком крупном ивенте, как Pride Nations. Очередные перестановки произошли в стане скандально известной команды Amazing Gaming. Состав призеров чемпионата мира 2007 года по версии World Cyber Game покинул Азн. И теперь освободившийся слот в команде на время текущего сезона лиги будут делить Терм и Фобиус. Стоит напомнить, что Фобиус являлся членом активного состава EMG, когда команда выступала на американском этапе COD 5. Однако сразу по завершении квалификации расстался с командой, оставшись, тем не менее, под контрактом. Виктор Салли Филимонченко добавлен в лайн-ап Virtus.pro, чтобы в эти выходные сыграть в Ганновере. Напомним, что Виктор был забанен в марте 2007 года за якобы использование читов сроком на 2 года на одном из турниров, проводимых Европейской лигой. Но по данным личного профиля Виктора, он сейчас проходит реабилитацию для уличенных в читерстве, что позволяет ему принимать участие в матчах до заключенного срока. Frozen решил покинуть российскую команду Gravitas. До этого, успев поиграть в таких командах, как Praetoriane и PGM, он в конечном итоге стал членом команды New Russia, впоследствии Gravitas. Менеджеры Gravitas выражают особую благодарность этому игроку за игру на NGL 2, а также за то, что он стал одним из тех, благодаря кому они попали на NGL 1. Они раздосадованы потерей достаточно сильного игрока за ночных эльфов, но уверены, что и его команду ждет большое будущее. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы научимся делать различные фишки на карте The Nuke. На каждой карте существует много различных фишек, использование которых очень облегчает жизнь рядового КСера. Подъем на девятку и спуск на верхний плент может занять всего пару секунд, если вы все делаете верно. Быстрый подъем по лестнице, запрыгиваем боком и нажимаем вправо и вверх. Спуск на плент, делаем элементы распрыжки с зажатой клавишей DAG, так чтобы попасть между рельс. Приземляясь, мы теряем всего 5 хп. Грамотное занятие нестандартной позиции на верхнем пленте. Быстрый подъем по лестнице, запрыгиваем между рельс, спрыгиваем на будку и спускаемся на табличку. Теперь мы можем вести огонь из позиции, которую враг никогда не проверяет. Открытие скрипа флешкой уже никого не удивляет. А что вы скажете, если скрип мы будем открывать теперь так? Флеш кидается в лампу в будке под определенным углом. Она пролетает через окно и открывает скрип, следя подъезд. Вы же спокойно пробегаете, не опасаясь схватить пулю в голову. Мы – школа киберспорта. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Новый джойстик с интересным дизайном и возможностью программировать кнопки. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Вам предстоит увидеть игру группового этапа с одной из европейских лиг по Counter-Strike 1.6.
представляем обзор киберспортивных девайсов. Беспроводной набор Microsoft Natural Ergonomic включает в себя мышку и клавиатуру. Комплект получился неоднозначным. К прекрасной и популярной клавиатуре прилагается спорная по дизайну мышь. Ввиду подключения посредством фирменного интерфейса, заменить ее другой моделью достаточно проблематично. Необходимость беспроводного подключения большой клавиатуры, предназначенной в основном для работы набора текстов, также вызывает некоторые сомнения. Мышь Genius Ergo R800 – это беспроводной вариант эргономичной мышки 525. Для своей ценовой ниши хорошая беспроводная мышь с прекрасной эргономикой, отлично реализованным питанием и среднего качества интерфейс. Вполне подойдет как для домашнего использования, так и для работы без серьезных требований к техническим данным. Эта мышь подойдет только для игроков в RPG и стратегии. Для игры в различные шутеры у мышки слишком медленный отклик, что может сказаться на качестве игры. Sven Standard 636 for Blondes – это элегантная розовая клавиатура для женского пола с характерно светлыми оттенками волос. На каждой кнопке этой клавиатуры подробно написано, для чего она предназначена. В принципе, неизменными остались только кнопки с буквами. По дизайну клавиатура совершенно обыкновенная. Дополнительных клавиш не имеет, да они там и ни к чему. Джойстик сайта Cyborg 3D USB Gold имеет очень стильный дизайн. Все кнопки можно запрограммировать, как вам удобно. Ручка манипулятора имеет плавный ход. Она с точностью повторяет все движения руки. Покрытие верхних кнопок предотвращает проскальзывание пальцев по поверхности. Также джойстик имеет небольшой рычажок, с помощью которого можно регулировать тягу самолета. Его исполнение далеко от совершенства, однако он значительно облегчает игровой процесс. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня вам предстоит увидеть игру группового этапа с одной из европейских лиг, где сразятся лучшие команды России и Швеции – Virtus.pro и Fnatic. Эта встреча решает судьбу наших соотечественников. Победа – играем дальше. Проигрыш – забываем о LAN-финалах. Состав команды Virtus.pro. Колесников Алексей, Лекс, 21 год. Пикинер Константин, Грув, 24 года. Макаров Роман, Ромшки, 19 лет. Сухарев Иоанн, Эдвард, 19 лет. Тесленко Даниил, Зеус, 20 лет. Сейчас Виртуса в очень хорошей форме. У них все шансы победить. Главное с самого начала показать, кто в этой игре хозяин. Состав команды Fnatic. Харли ДСН Орвел, 20 лет. Оскар Арчи Тоджерсон, 19 лет. Патрик Форест Линдберг, 19 лет. Оскар Инс Холл, 21 год. Патрик Карн Сеттерман, 22 года. Все без исключения ожидали увидеть шведов во главе группы. Но произошла сенсация, и теперь лучшая команда мира выбивает себе место под солнцем, как и все остальные. На первой карте Инферно наши не оставляют шансов шведам, выигрывая 16-2. На второй карте Нюк Fnatic собрались и выиграли 16-13. Осталась последняя, решающая карта Dust 2. Fnatic выигрывают Knife Round и решают начать за террористов. Атака идет на Plan B, но ее встречает Ромшки, стоя в нычке. А Грув взрывает Фореста и убивает Инса. Fnatic не торопится ставить бомбу. Эдвард пользуется этим и успевает убить Арчи и Карна. Оставшегося в живых ДСН зажимают и его убивает Грув. ВП берут раунд за раундом, четко и слаженно отбивая все атаки шведов. Счет 5-0. Fnatic в очередной раз пытаются прорвать русскую оборону. Сначала холд. Инс делает два точных выстрела, убивая Эдварда на зигзаге и Лекса на центре. После этого Карн выходит на центр и минусует Грува.
Защита разбита, и шведы спокойно проходят по ЗЗ и ставят бомбу на А-пленте. Ромшке сейвит оружие на респе террористов, убивая Фореста, и падает от пуль ДСН. Фнатик оттягиваются на Б и рашат центр, откидывая несколько дымов на респ КТ. На центре происходит двойной размен. Шведы ставят бомбу на Б. Все попытки пройти на плент Virtus Pro пресекаются, и Фнатик берут второй раунд. Virtus Pro снова перехватывают инициативу и доводят счет первой половины до разгромного 13-2. Теперь Фнатикам поможет только чудо. Команды меняются сторонами, теперь русские атакуют. Лекс убивает Карна на центре. Virtus Pro ходят парами и стараются сделать несколько минусов, чтобы потом без проблем занять плент. ДСН незадачливо вышел в подъезд, где его сразу встретили, а Лекс его добил. Арчи решил зайти с тыла, но Лекс не дал ему шанса, сделав хедшот. ВП хотели атаковать Б, но Форест поменял их планы, сделав минус 2 на центре. Теперь наши атакуют по длине, ставят бомбу и убивают оставшихся шведов. Virtus Pro с легкостью берут следующий раунд. Остается last round. Команда Fnatic с диглами, и шансов на победу уже нет. Русские рашат, сметая всю оборону, и берут последний победный раунд. Таким образом, команда Virtus Pro выигрывает со счетом 16-2 и получает путевку на LAN-финалы в Европу. Поздравляем ребят и желаем им удачи в предстоящих битвах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.